Телефоны и другие гаджеты у детей забирают время погулять, поиграть с другими. Другие зовут их, а они, ну, как сказать, не играют с ними. И другим, у которых нет телефона, скучно просто одним бегать и гулять. И потеряют друзей, и потеряют движение, ну, получается, потеряют реальный мир. И они их засосет гаджетик. А когда, ну, ребенок много сидит в телефоне, он не дышит свежим воздухом, это, ну, не очень хорошо. Она очень много играет, ну, там, телефон, я говорю, пошли гулять. Она говорит, нет, я не хочу, у меня там дела. А на самом деле нет никаких дел, она просто играет в телефон. Один раз, когда к нам приехали двоюродные сестры, я просила маму, чтобы она забрала у них телефоны, потому что они постоянно у них сидели, и я не могла с ними поиграть. Всегда надо знать мерку. Если не будешь знать мерку, тогда тебя засосет гаджетик, и у тебя не будет друзей. А ты сам сидишь в телефоне? Нет. А в игры играешь? Нет.